ты! Ну, ребята, потрясающе! Вот она идет, мою лапу, вот, одна, взрослая львица, они обычно ходят в компанию, подошла прямо и не боится меня, лапочка тьмой хорошей. Ты да, вот так близко я еще ни разу их не видел, ну, не мой. Вот это да, она прямо надо мной стоит. Такого со мной не было. Сколько раз в Африку не ездил. Я очень люблю гиен, они очень дружелюбные. В зоопарке я дружил с одной гиеной. Вот она, пятнистая гиена. Это вам не собака. Ах, ой, боже ты мой, это слушайте. Африканский слон, который не приручается вообще. Рядом со мной, то есть Я смотрю на него снизу вверх, не издалека в бок, а снизу вверх. Посмотрим, что делает леопард. О, появился хороший. Смотрит прямо мне в глаза, да. Ай-яй, это скрытный зверь такой. Ну, ради запаха мяса он пришел. Бери, бери, дорогой. Прямо на меня. Сейчас наступит. Тем более он Путин. Он дотронулся до меня. Своим рогом. Ой, это мой тезка, его зовут Ники. Ники. Он очень любит эти грязевые ванны. Вот это да, ребята. Что вы скажете? Фантастика. Вот они здесь были. Никогда в жизни так не удавалось, конечно, близко познакомиться с этими животными, как здесь. Вот теперь я наконец-то побывал в Африке. Не то, что так сказать, со стороны, а прямо внутри среди этих зверей. Меня и пихали, и толкали, и брали чуть ли не за голову своей пасти. И при этом вам еще сообщают интереснейшие факты о том, как быстро уменьшается численность этих животных.